заначки? Несколько. Когда выиграл 2,5 миллиона долларов, любой дурак знает, что надо с этим делать. Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение, и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкоголя кашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе, которые втроем подходят, просят дай полпол, слышно, чете. Или когда Сэма принимают за моего младшего брата. Конечно, приятно, но так-то по факту. Сейчас мне 32, смотри, на момент выхода CD должно быть 33. Половина пути позади, как ни крути. Но почему-то тут не получилось даже пошутить. Ну а по сути, видимо, так и должно все идти. Наверное, невралгия, больно слева в груди. Остановись, куда-нибудь зайди, пробки пережди, сказал пассажир, но я ехал совсем один. Ведь сегодня-завтра будет вчера, а еще вчера-сегодня было завтра. Тут имеет смысл подождать до утра и уж потом строить планы и что-то загадывать. Сегодня-завтра будет вчера, еще вчера-сегодня было завтра. Имеет смысл дожить до утра и уж потом что-то загадывать. За столиком в кафе появляются строки. Алёша начал куплет в епоше, закончил в оки-доки. Стейк из сёмги, рис, сок апельсиновый, витаминный салатик и чайник чая с жасмином. Рыбу доел по-бырому, денег на трубу закинул, всем пожелал мира и прыгнул в большую машину. На Тверскую вырулил, тихо врубил рыбчину, пустил дыма по мобильному, что-то там разрулил. Дома чистота идеальная, супруга рада, собака сыта, малого уложил няня. В прихожей замер, я там, где должен быть. Или может, я сейчас нужен там, где меня нет. Залип на диване, у меня груз на кармане. Он тянет, ароматно воняет. Фу, бля, нет, я ведь планировал сегодня провести трезвый вечер. Что бы я сейчас сделал, если б курить было нечего? Но на печени за москворечи отмечены. И чё, как обычно, скручиваю, взрываю, подлечиваю. Я склонен дымить на балконе, я понял. И пофиг на каком районе, гуфони, big fucking Johnny. Подо мной школьник, поле футбольное, школьники, походу продленка, по-моему 0-0. Орет ребенок, слиты красного на зеленом. Ему ужасно больно, а мне палец обожгло углем. Ведь сегодня-завтра будет вчера, а еще вчера-сегодня было завтра. Тут имеет смысл подождать до утра и уж потом строить планы и что-то загадывать. Сегодня-завтра будет вчера, еще вчера-сегодня было завтра. Имеет смысл дожить до утра и уж потом что-то загадывать. Сидя в кресле у зубного, я сильно взволнован. Самолет до Новосиба у меня в 7:30. Время 6:00, и по идее должен успеть. Чемодан упакован, но доктор продолжает сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось. Ведь сегодня-завтра будет вчера, а еще вчера-сегодня было завтра. Тут имеет смысл подождать до утра и уж потом строить планы и что-то загадывать. Много будешь знать, можно быстро состариться, шептала мне бабуля, крепко сжимая пальцы. Не важно, сколько лет, 90 или 20, хорошо смеется тот, кто умеет хорошо смеяться.